а теперь будем знакомиться с новотрассником. Посмотрите, как же его надевать. Я сейчас это продемонстрирую. Здесь есть эластичные ленты. Вы надеваете на свой матрас одним легким движением. Вот таким вот образом приподняли матрас, зафиксировали эластичную ленту и матрас опустили. Посмотрите, на матрасник четко идет по размеру. Определитесь, какой вам размер необходим и используйте на матрасник. Кстати, Оля, ты знаешь, считается, что на матрасник это обязательная часть гигиены спальни. Вот сейчас нам расскажешь более подробно. Я хотела все-таки представить наше специальное предложение от известного российского бренда. 999 рублей. Ограниченная партия. 440 рублей вашей экономии. И что внутри нашего новотрассника нам прямо сейчас поведает Ольга Мокшина. Олечка, ты прям зришь в корень. Ведь самое главное, что на матрасниках в природе существует очень много. Текстильная промышленность Российской Федерации развивается, чему мы несказанно рады. Так вот, наш новотрассник Рамбулье, да нет же, уже ваш, отличается тем, что внутри натуральная шерсть. Вот, вот она, натуральная, верблюжья. Нет, это шерсть натуральная, овечья. Овечья шерсть отличается от любой другой тем, что дарит тепло, но и дает еще согревающий эффект на 5 градусов. Ну, теперь все понятно, почему в каждом втором заказе у наших телезрителей в их корзинке присутствует на матрасник Рамбулье. Кстати, я бы хотела напомнить, что если вы еще собираете свою покупку на сумму 4900 рублей, то вы еще экономите на бесплатной доставке. 4900 рублей. Кстати, вы можете ее собирать в течение дня, свою корзинку. Экономьте на бесплатной доставке Рамбулье в каждом втором заказе. А вы выбрали свой Рамбулье. Кстати, если нет, сделайте это прямо сейчас. У нас есть разные размеры на любую кровать. Итак, давайте знакомиться еще и с цветами. Ты знаешь, Оля, несмотря на то, что на матрасник стелится на матрас, потом закрывается простыней, приятно, что у нас такие пастельные нежные цвета. Зеленый, розовый, голубой. И есть еще цвет песочный, который мы постелили на нашу кровать в студии. Это здорово. Еще размеры, 4 размера на выбор. Олечка, назови, пожалуйста, эти размеры. Итак, все очень просто. Так. Предельно просто. На полутораспальную кровать, на двуспальную и на евроразмер. И есть еще маленькие, шириной 90 сантиметров, например, на детскую кроватку. У всех длина одинаковая, 2 метра. Отличаются они только шириной. Слушай, ну а теперь самое главное. Для чего нам нужен нам матрасник? Оль, ну вот постелили мы одеялы, да и все, и нормально. Вот для чего именно нам матрасник? Объясни, итак, пожалуйста. Итак, наматрасник обладает следующей способностью. Вообще, для чего его придумали? Наматрасник защищает ваш матрас и сглаживает поверхность. Вот. Вот. Например, у вас ты на кровати... Ты расскажи свою историю. Например, ты про себя расскажи, стране, как ты спишь. Итак, ну вот пока у меня нет спальни. Мы с мужем спим в зале, то есть мы спим на диване. А для того, чтобы на диване было нам уютно, комфортно, и стыки от дивана не мешали спать, мы закрываем свой диван на матрасником Рамбулье. Он абсолютно сглаживает поверхность и дарит нам комфортный сухой сон. Итак, если вы ворочаетесь во сне, если вы спите на диване и вам не дают выспаться стыки... Помните, вот потом здесь болит, там болит. Если вы спите на матрасе, и там вот эти вот, знаешь, вот пружинки тоже впиваются нам в спину, надо все сгладить. Уладим и сгладим с нашим матрасником Рамбулье. Итак, каждую секунду у нас бронируются на матраснике. Я правильно сказала, именно бронируются, потому что наши телезрители сейчас ничего не оплачивают, Оля. Оплата происходит потом, при получении на почте. Все честно и безопасно с телеканалом. Итак, вы получаете на матрасник Рамбулье. На выбор есть любой размер, есть на выбор 4 цвета. И самое главное, если у вас на кровати новый матрас, они дорогие, защитите свой новый матрас на матрасником Рамбулье. Это первое. Далее, если у вас, например, матрас на кровати, наоборот, уже не новый, да, где-то более продавленный, где-то, наоборот, выпуклый, выровняйте поверхность именно на матрасником Рамбулье. Ну и для тех, кто спит на диване, а спят на диване, кстати, 70% россиян, проводилось исследование, для вас это спасение. Если вы спите на диване, если вы спите на софе, вот эти стыки подушек
стыки, которые есть на диване, они нивелируются, они сглаживаются именно на матрасниках. Будьте в комфорте. Ну, а если вы впервые включили телеканал Shop & Show, это специальное предложение только сегодняшнего дня. На матрасник Рамбулье с овечьей 100% шерстью по цене только сегодня. Максимальная скидка, обратите внимание, 440 рублей экономия. Успевайте заказать свой на матрасник. Олечка, расскажи, пожалуйста, все-таки для чего нам овечья шерсть? Скажи, вот моя мама прогревает перед сном свою постель электроматрасом. Могу я как альтернативу ей предложить? Ты знаешь, можно, но знаешь, я считаю, что лучше все-таки не использовать электричество, и не оставлять его на целую ночь. Возьмите на матрасник. Он с натуральной шерстью. Шерсть здесь овечья. Овечья шерсть дарит нам комфорт и тепло. И на 5 градусов еще поднимает температуру, согревает и дает возможность суставам чувствовать себя лучше. Это оздоравливающий эффект за счет ланолина. Еще с древних времен было известно способность ланолина возвращать эластичность мышцам, связкам и снижать боли в суставах. Народная медицина не ошибается. Это вековые традиции. Ложитесь на намат. Матрас, на матрасник Рамбулье. И вы еще, я рекомендую, укрывайтесь одеялами из натуральной овечьей шерсти. Олечка, я уже медитирую, потому что я прям чувствую, как моя спина прогревается за счет овечьей шерсти. Но вспомните, когда спина болит, мы что делаем? Платочки повязываем. Теперь будем валяться с вами на Рамбулье и оздоравливаться. Звоните, звонки бесплатные. И это специальное предложение только сегодняшнего дня. 999 рублей. Да, вы не ошиблись, Оль. Вот я уверена, многие телезрители вообще впервые видят на матрасник с овечьей шерстью. Расскажи, для чего овечья шерсть? Еще раз. Итак, овечья шерсть — это прекрасный, во-первых, природный антисептик. Так. В овечьей шерсти не заводятся бактерии, не размножаются паразиты. И вы получаете оздоравливающий эффект за счет сухого тепла. Так. Что это значит? За ночь мы теряем влагу, потеем. Угу. Это нормальное состояние очищения организма. Так вот, вы будете просыпаться в сухой постели, потому что овечья шерсть, она принимает влагу, которую тело отдает, но тут же испаряет, и мы получаем комфортное сухое тепло. Защитите свою спальню, пусть у вас будет здоровый сон на матрасике Рамбулье с натуральной овечьей шерстью. Если вы мерзнете, друзья, вот он, матрасник ждет вас, он уже хочет вас согреть. Если у вас периодически болит спина, радикулит, вот ваше спасение, Рамбулье, 999 рублей. Ограниченная партия по максимально сниженной цене. Друзья, завтра гораздо дороже, звонки бесплатные, берите сейчас. Кстати, Оль, ты знаешь, вот в каждом втором заказе у нас присутствует на матрасник Рамбулье у наших клиентов. А я рекомендую в каждый заказ забирать, потому что цена, во-первых, идеальная, самая низкая, только сегодня. И у нас 4 расцветки и 4 размера. На двуспальную кровать, на евроразмер кровать, на полутораспальную. И есть еще маленькие 90 сантиметров, например, на детскую. Все абсолютно на матрасники длиной 2 метра. Забирайте из прямого эфира, экономьте и заботьтесь о своем здоровье.